В день Конституции Российской Федерации в картинной галерее Республиканского музея открылась выставка к столетию государственности Карачаево-Черкесии, в которой представлены экспонаты, подаренные на разные юбилеи Карачаево-Черкесской автономной области. Первым выставку оценили глава республики Рашид Тимрезов и председатель Народного собрания Карачаево-Черкесии Александр Иванов. Фатима Даурова подробнее. На выставке, приуроченной столетию государственности Карачаево-Черкесии, представлены материалы из архива музея-заповедника. Впервые экспонируется подарочный фонд. Основную часть выставки охватывает памятные медали и значки, выпущенные к юбилейным датам Карачаево-Черкесской автономной области. На витринах представлены фотодокументальные и книжные материалы, раскрывающие тематику выставки. Организаторы подошли с очень оригинальной дизайн-концепцией оформления экспонатов. Выставка отличается очень интересным дизайнерским решением. Каждый экспонат представлен по-своему. Например, как этот дольмен, который стоит в центре экспозиционного зала, он точная миниатюрная копия тех дольменов, которые находятся у нас в Лесокефаре. И каждый желающий может прийти на эту выставку, чтобы узнать хоть какую-то частичку истории своей родной Карачаево-Черкесии. Директор Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника Хаджи Мурат Эльканов рассказал, что к данной экспозиции работники музея готовились очень усердно, перебирая и выбирая нужные материалы из фонда музея, подготавливая и обновляя залы, чтобы зрительное восприятие посетителей увеличилось в разы. Здесь вы видите новый зал, совершенно новые витрины. Все, что вы видите в этом зале, кроме самих экспонатов, это все совершенно новое. Интерактивный стол, где посетители в дальнейшем могут увидеть ретроспективы, то есть старые фотографии, связанные с столетием Карачаево-Черкесской автономной области тогда и сейчас уже современной нашей республики. Первыми посетителями выставки стали первые лица республики. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов вместе с председателем парламента республики Александром Ивановым осмотрели экспозиционные залы с интересом, разглядывая предметы истории родной республики. Внимание главы привлек позолоченный логотип, который был теснен в подножие витрин зала. Это логотип музея-заповедника. Карачаево-Черкесский музей сверху из заповедника. И сверху вот эта дуга обозначает храм. Вы знаете наши храмы, то есть символика наших храмов. Золотые ворота, да? Да. Приказ по Карачаево-Черкесской автономной области. Вы знаете, наша автономная область была награждена орденом Ленина, орденом дружбы народа. Медаль юбилейная 50-летию Карачаево-Черкесской автономной области. Здесь вы видите от трудящихся кисловодских, от старопольских подарочных наборов на различные годы, 50 лет, 60 лет. Посетители выставки также заглянули в отдел культурного наследия Карачаево-Черкесии, где представлен уникальный этнографический материал, рассказывающий о культуре, традициях, истории народов, населяющих республику. Старинные предметы и украшения XIX века, нагрудники, платки, домашняя утварь, фотографии дореволюционного периода. Более 500 экспонатов, выставленных на обозрение, приглашают всех желающих совершить своеобразную экскурсию в прошлое. Ведь машина времени будет открыта для путешествий во времени еще 2 недели. Фатима Даурова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево-Черкесия.